Внимание всем постам и нарядам госпитальной инспекции, Байкал дает ориентировку. Необходимо задержать автомобиль серебристого цвета государства Харитон 605, Константин Семен, 24 регион. Данный автомобиль подозревает о совершении преступления. Мужики, вы что-то не моя машина, вы что? Да я не спорю, но я же спокойно ехал, аккуратно. Да другу я помочь хотел. Автомобиль остановили. Нива. Сзади патрульного автомобиля находится. А данный человек, по моему мнению, находится с признаками алкогольного опьянения. Процедура. Я не отказываюсь. Я пьяный, да. Я не отвечаю. Не, проводить просто. Да, конечно. Надо будет протяжный выдох сделать. Знаете уже? И дуйте, пока я не скажу стоп. Дуй, все, стой. 049. Состояние алкогольного опьянения установлено. Остановили Ниву. Он вышел за руля, ну и напарник сразу обратил внимание, у него штаны все в крови, и вся куртка тоже окровавлена. Ну и мне сигналит, я подбегаю, все, мы его берем, сядем в патрульку, я начинаю оформлять его. А в это время напарник идет к машине, там сидит человек, все лицо в крови, весь в крови. Начинает спрашивать, узнавать, как бы у него обстоятельства. Он говорит, ребят, типа я таксист, я ехал на заказ к этим двум. Когда приехал на адрес, попросил их расплатиться. Один типа пошел брать деньги, а второй давай убегать. Таксист выходит из машины, уговорит, типа куда ты пошел, ну и все, завязалась драка. Убегает второй, насильно садят его же машину и увозят. Увозят, просто катаются. Забирают деньги, забирают телефон.